Здравствуйте! В эфире программа «Уикенд Навигатор». Мы рассказываем, как провести свободное время на выходных с пользой и для тела, и для духа. Понимая, что советы на эти выходные давать совершенно бессмысленно, провести их, скорее всего, придется в пробках у торговых центров. Весь город хочет купить подарки, и думаю, что наши зрители не исключение. Поэтому смотреть нужно не в афишу, а в реальный навигатор, чтобы оценить размер бедствия. Загруженные трассы и очереди настроение могут испортить любому. А чтобы этого не произошло, загляните на пару елок. Резиденции Деда Мороза открыты во всех торговых центрах, так что можно совместить приятное с полезным. Расписание на сайтах. Там же можно присесть на колени к снежному волшебнику и загадать желание. Сбудется оно обязательно. В Центре культуры и отдыха 28 декабря в 14:00 пройдет новогодний концерт и розыгрыш билетов на кремлевскую елку. Также будет дискотека и много подарков. Подробности по телефонам, которые вы видите на афише. Ну и к другим темам. Удивительные, непосредственные, забавные – все это о тюленях. Организаторы водного шоу, известного по всей стране, привезли в наш город детенышей байкальских нерп. И у наших зрителей есть возможность познакомиться с этими уникальными животными, посмотреть их милые трюки, сфотографироваться и узнать много полезной информации. Для школьников у нас есть отдельная программа, где мы рассказываем об озере Байкал, то, что в школе, в принципе, изучают, но это маленькое какое-то время на это в школе дается. Здесь более подробно и интересно, и в школе об этом можно будет вспомнить о нас. Для детей с ограниченными возможностями у нас проходит нерпотерапия, то есть детки остаются после представления, общаются с животным, это уже доказано, что нерпа благоприятно воздействует на психику ребенка. В одном из бассейнов звезда шоу по кличке Красавчик. Именно он будет вас удивлять все представление. В другом совсем крошки, которые еще только готовятся к большой карьере. Малыши очень милые и игривые. У каждого свой характер, да, у него самый вредный характер. Эти более спокойно, пока выявляем их характера, то есть смотрим, кто из них более способный, кто к чему более относится. И уже потом уже начинаем определенные трюки с ними обучать. Кушают они, соответственно, только рыбку. Зимой сейчас зима, мы кушаем жирную рыбку. У нас есть жировая прослойка, поэтому нам нужно ее выдерживать, чтобы при холодной температуре чувствовать себя более-менее комфортно. Пресноводные тюлени – животные умные и легко обучаемые, поэтому им есть чем удивить зрителя. Они и художники, и музыканты, и даже танцоры. Прикоснуться к прекрасному и современному искусству можно в художественном музее. Там открыта и пользуется спросом выставка мастера кисти Никаса Сафронова. Проект «Тайна света» уже популярен у московской публики. В нем многозначность постижения человеком света как основы всего сущного и важнейшего элемента живописи. Посетитель посредством мультимедийных технологий будет активно вовлечен в виртуальное путешествие, как персонаж оживших на стенах картин. Для зрителей яркие натюрморты, изысканной глубиной психологического погружения портреты, фантасмагорические сюрреалистические истории в авторском стиле Dream Vision. На этой неделе на большие экраны выходят сразу три российские премьеры. Первая – это историческая драма о восстании декабристов «Союз спасения». Второй фильм – это комедия о мажоре Гришке «Холоп». И третий – это мультфильм «Иван-царевич и серый волк». Одним словом, на любой вкус можно подобрать себе новинку в кино. Остановимся подробнее на исторической ленте «Союз спасения». Картина рассказывает о событиях декабря 1825 года, восстании декабристов и политических событиях в царской России. Первые зрители отмечают, что картинка очень красочная, батальные сцены сняты на твердую пятерку. Актерская игра тоже впечатляет. Если как во Франции, то всем здесь присутствующим висеть. Они не посмеют в нас стрелять! Мы не пролили ни капли их подлой крови. Еще одна ежегодная акция, которую организуют волонтеры. Группа наша называется «Мудрые дети». Можно нас найти ВКонтакте под таким названием. Это каждый год группа неравнодушных людей ездит в дома престарелых ивановские и дарит подарки одиноким старикам. Здесь помощь нужна
уже значительно в большем количестве, потому что, допустим, если в Лесном это порядка 80 жителей, то в Богородском там 500 подарков нужно. Стараемся собрать прямо такие пакетики с разными подарочками, всем одинаковые, чтобы никто не обижался. Вот это фрукты и соки, и очень актуальна домашняя выпечка, шарлотки, ну что-то мягкое и то, что не слишком быстро портится. Для разнообразия немного спорта. В предновогоднюю пору здоровому образу жизни тоже найдется местечко. С 27 по 29 декабря на Тимирязево в зале ИВГУ пройдет Лига чемпионата России по волейболу среди женских команд. Игр будет много, приедут сильные сборные. Следите за расписанием матчей и приходите посмотреть. 28 числа в комплексе «Факел» пройдут соревнования по дзюдо, начало в 10:00. Сражаться будут сильнейшие. Зрители особенно нужны. Также до 29 декабря на кортах «Риата» пройдут другие соревнования по теннису. Это будет первенство города и одиночные игры разрядов юношей и девушек до 15 лет. Приходите, чтобы влюбиться в теннис раз и навсегда. И на этом у меня все. Впереди большие каникулы. Ждем новогоднего чуда. До свидания.